8 февраля отмечается День российской науки. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. В этот день по всей стране проводят ежегодные конференции слета молодых и перспективных ученых в разных областях. В Тверском государственном университете на протяжении многих лет следуют этой традиции и отмечают этот замечательный праздник. Наука является основной движущей силой прогресса, важнейшим ресурсом развития национальной экономики, образования и социальной сферы. Поэтому от достижений ученых напрямую зависит не только экономический рост, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, но и качество жизни миллионов людей. В Тверском государственном университете ученые продолжают славные традиции своих предшественников, развивают самые перспективные направления в науке, разрабатывают новейшие технологии. Я базируюсь на знаниях наших предшественников. Их полученный опыт помогает нам дальше заниматься своими исследованиями. Именно в День российской науки проводятся тематические научные поединки, экскурсии и площадки. Сейчас вы присутствуете в нашей одной из аудиторий, где сегодня будет проведен научный такой популярный семинар под названием «Посмотрите наверх», и он будет посвящен главным нашим достоянию, это нашей планеты Земля и, конечно, его спутнику Луне. Участники семинара узнали много фактов о всей Солнечной системе и оценили собственный программный продукт, моделирующий и демонстрирующий механику движения небесных тел. Лаборатория 3D-моделирования аддитивных технологий – одна из уникальных площадок вуза. Здесь представлены в действии разработки студентов, аспирантов, молодых ученых по направлению сервисной робототехники. Здесь есть роботы-доставщики, которые позволят вам заказывать еду и доставлять ее непосредственно к вам домой. Здесь есть также роботы, которые нужны для того, чтобы на складе автоматизировать работу, то есть исключить вилочные погрузчики, исключить человеческий фактор. Есть еще сервисные роботы, которые будут полезны в сельском хозяйстве. Это так называемые беспилотные трактора. Молодые ученые уже вносят свою лепту в создание новых знаний, предлагая немало оригинальных решений. Но в основе всех научных прорывов лежат фундаментальные научные исследования вуза. В День российской науки студентов, преподавателей, сотрудников вуза поздравили почетные гости. Они вручили благодарности, грамоты губернатора Тверской области, Министерства экономического развития, Тверской городской думы, администрации Центрального района Твери. Наука – это то, что делает просто регион инновационным регионом. И я рад, что наш Тверской край является именно таким регионом. И я рад, что вклад в это важное дело вносит коллектив нашего университета. Более 8300 студентов, более 500 преподавателей, десятки научных работников – это сегодня Тверской государственный университет. В вузе уверены, что наука должна быть интересной сферой для молодежи, а количество исследований увеличиваться. Необходимо дать ученым пространство для творчества, чтобы простимулировать молодежь идти в науку.